Раньше ломал себе голову. Ну, то есть, одна мысль тревожила постоянно, не давала мне, ну, спокойно там спать, иногда трудиться. То есть постоянно меня посещало, от меня никуда не уходило. Думаю, где взять миллион? Где взять миллион? Ну, всякие там разные мысли обуревали меня. Думал, может быть, ну, как-то карты влияют на это, да? Вот, ну, карты. Ну, в общем, разные всякие схемы я понял, что не работают по той простой причине, что однажды просто я понял, что, блин, надо же просто взять и миллион достать из своего кошелька. Просто взять свой кошелек и достать оттуда миллион. Ой, вот так можно достать миллион. Ну, рублей пока, конечно. Может, у вас тоже так же. Надо посмотреть вам самим. Всем удачи. Спасибо, пока.